Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Получил вот очередное письмо с обмена. Это у нас обмен со Словацкой Республикой. Вот такие вот марочки красивые. Были здесь еще другие, но, видимо, в процессе доставки они просто отвалились. Вот такое вот письмо. Давайте я вам покажу, что же мне прислали на обмен. Так, самое главное, это у нас чайные ярлычки. Давайте сразу их посмотрим. Итак, первый это у нас Pure Chocolate пирамидки. Дальше Brilliant Gold Tea. Raspberry Pomegranate. Турецкий ярлычок. Эта серия у меня уже есть вся. Дальше вот такой Yellow Label. Тоже турецкий. Следующий Липтон Оранж. Дальше Blueberry Muffin Tea. Вот такая вот пирамидка. Липтон. Следующий у нас Jasmine Petals. Дальше вот такой вот Липтон. Липтон Quality номер один. Еще вот турецкие липтоны. Липтон Moment to Relax. Липтон Green Tea Tahoe Orient. Еще повторчики у нас идут. Дальше Липтон Strawberry Tea. Дальше вот такой вот беленький липтон. Липтон Earl Grey. Вот у нас вот такой липтон с другим номером. Один у нас с номером оканчивающимся на 219, другой на 280. Это у нас разные чай Липтон. Еще один турецкий ярлычок Липтон зеленый. Липтон Save the Sour. Вот такой вот новый Липтон Special Collection. И последний Липтон Moment to Relax. Вот такая вот куча ярлычков. Надо проверять. Некоторых у меня нету. Будем смотреть, что есть, что нету, откладывать в коллекцию. Дальше. Коллекционер прислал вот такие вот замечательные календарики на 2019 год. На одном из них есть у нас Липтон. Вот. Это вот именные календарики того коллекционера, с которым я менялся. Вот, Антон с зала. Вот. Такие вот замечательные календарики. И еще с обмена вот такая вот пачка пакетиков. Давайте быстренько их посмотрим. Первый вот такой вот целый пакетик. Правда, немножко приоткрытый. Так что сможем посмотреть ярлычок тоже. Вот такой вот ярлычок там. С иероглифами. Вот. Следующий чай Амарти. А дальше у нас идут только пустые пакетики. Мы их очень быстренько пробежим. Липтон Марокко. Липтон Грин Ти Цитрус. Липтон Грин Ти Минт. Липтон Лемон Ти. Липтон Форест Фруит Ти. Липтон Пуэр Пинеэпл. Липтон Йелло Лейбл Ти. Липтон Пуэр Мелон Эппл. Липтон Рошип. Липтон Эрл Грей. Липтон Пуэр Цитрус Гуарана. Липтон Пеппер Минт. Липтон Эрл Грей. Все пакетики без ярлычков, кстати, хочу вам сказать. Вот такой вот Липтон Лемон Ти. Липтон Чая. Липтон Рошип Raspberry. Просто Липтон Рошип. Еще один Липтон Рошип Raspberry. В другом уже дизайне. Ох, пакетики магнитятся. Липтон Yellow Label. Липтон Fruit Infusion. Липтон Chamomile. Липтон Fruit Infusion. Еще один Липтон Chamomile. Липтон Fruit Forest Tea.
Липтон Руйбус. Это у нас повтор, еще один повтор. Мне положили несколько повторов, я очень доволен, хотя и не рассчитывал на них. В принципе, вот это все повторы идут, повторы. Очень хороший коллекционер, приятно мы с ним общались. Весь обмен. Вот Липтон Руйбус Спайс, тоже повтор. Вот это вот вся пачка, это повторы, которые мне он добавил просто так. Он написал, что они у него долгое время лежали, он ничего с ним не делал, и специально для меня он вот полез разбирать все свои архивы с пакетиками и вот отдал мне повторы, сказал, что хотел выкидывать в этом месяце, но после нашего обмена мне он просто отдал вот много-много повторов разных. Вот такой вот Липтон Yellow Label Tea. Дальше у нас Липтон Мелисса Линдер. Следующий Липтон Imperial Earl Grey, Липтон Yellow Label, Липтон 100% натуральный чай с ярлычком, Липтон Earl Grey, Липтон Strawberry Tea, Липтон English Breakfast. Много вот пакетиков, видимо, из одной серии. Это просто замечательно, можно в коллекцию сразу добавить много новых пакетиков. Следующий Липтон Chamomile and Lemongrass, Elephant Infusion, Липтон 100% натуральный. Это у нас повторчик. Дальше Липтон Cinnamon, вот, к сожалению, без ярлычка. Липтон Лимон, Липтон Рошип Разбери, тоже без ярлычка. И последние пакетики. Липтон Green Tea Citrus, Липтон Peppermint, Липтон Chamomile и Липтон Рошип. Вот такую вот кучу пакетиков сегодня я получил с обмена. Вот такое небольшое количество ярлычков новых. Замечательные календарики. Очень хороший и плодотворный обмен в этот раз у меня произошел со Словацкой Республикой. Очень я доволен. Надеюсь, мы еще не раз поменяемся с этим коллекционером. Очень хорошее письмо. Очень много эмоций положительных от него. И много новинок в коллекцию. Ну а на сегодня все. Ставьте лайки, если вам понравилось. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. И до новых видео.